Сергей Савин. Самый большой кайф исполнения этой песни я лично никогда не слышал. Ребят, давайте еще раз поаплодируем. Замечательное выступление. Немножко, конечно, было похоже на индусское произношение. Сереж, я тебя поздравляю. Ты сказал, что это серьезная планка. Как сам считаешь, взял ее? Я не знаю, я уверен, что да. Взял? Сто пудов. Я точно не знаю, но точно уверен, что взял. Так сказал Сережа Савин. Ну а что, разве не так взял, ребят? А сейчас послушаем Романа Емельянова. Я хочу сказать, что на заре радиовещания песня «Отель Калифорния» была, когда еще не было компьютеров, были компакт-диски, любимой песней всех диджеев, потому что в оригинале она длилась 6 минут 17 секунд, за это время можно было сходить в туалет, выкурить сигаретку и вообще много чего успеть. А если бы шла еще вот картинка, которая сегодня нам предстала, я уверен, что никто бы никуда не отходил, потому что я своего личного отношения к происходящему сформировать окончательно не могу, потому что, по-моему, это идиотизм. Но идиотизм, возведенный в профессию, понимаю я. Уже гениальность. Уже гениальность, да. И вот что-то такое, что и переключить хочется, а рука как-то не... А пульт не работает. Ну, наконец-то. Вопрос в том, да, удержать эту планку действительно тяжело. Лолита Милявская. Ну, во-первых, я товарищу Савину хочу сказать отдельное спасибо за свой личный английский, потому что вот спеть вот так с такой фишкой и найти ее самостоятельно, Калифорнию между ее и а, вот правильно, это уже своя фишка, она абсолютно своя, вот мне она нравится как зрителю, и я не буду сравнивать поэтому с оригиналом, потому что я запомню это вот между ее и я и еще. Вот я заметила, что лучшие группы, отвязанные группы в западной культуре, они всегда жили на сцене в пластике приматов. Вот сейчас я эту пластику увидела, и мне она нравится, это отвяз, это рок-н-ролл, это жизнь, это живой человек.
Борис Аркадьевич. Спасибо. Мне очень нравится, что такие вызвал этот номер, такие обсуждения. А если честно, вы обратили внимание, как мы экономим вообще на балете, на все. Ничего не надо, видели? Был тут и балет. И ты прав, Боря. Была подпевочка, была декорация в виде шляпы. Все было. Вот поэтому, Сережа, это был сложный вариант абсолютно для тебя. Дальше можно уже выбирать что-то тебе, то, что будет легче. А сейчас ты молодец. Спасибо. Дальше тебе. Будет больше. Больше, да. Алла Борисовна, ответьте, пожалуйста, этому самоуверенному таланту. А талант только таким и должен быть. Сережа находится в поиске, и за этим поиском интересно наблюдать. И он ни на кого не похож, и хочется улыбаться, когда он поет. И когда мы вначале говорили «противный голос», вот на английском языке он поет, и уже он не кажется противным, видишь? А у них все так поют. У них все так поют. Нет, ярчайшая индивидуальность, и я очень верю в господина Савина как в артиста. Вот мне очень нравится, очень нравится. Дамы и господа, только вы решаете сказать Сергею Савину «Welcome to Factor A» или «Goodbye, Factor A». Если вам понравилось выступление Сергея, присылайте смс с цифрой 03 на номер 1819 или звоните по телефону 8 803 333 49 03. Сергей Савин!